Всем привет! Сегодня у меня... Всем привет! Хочу поделиться информацией, которую, возможно, вы не прочитаете под роликом. Спасибо Андрею Некрасову. Он мне сегодня такой подарок сделал, и, возможно, вам это тоже пригодится. В прошлом видео я рассказывал, почему мне не нравится ZBrush 4R8. Потому что интерфейс, вот вы видите, большой, не подходит под экран. Что я только не пробовал, мы тут с пацанами и скачивали одни программы, вторые, третьи. Все устанавливается вот так вот, регулировка никакая не подходила, ничего не получалось, потому что не было информации. И вот Андрюха подгон такой сделал, я прям ликую сижу. Возможно, он вам тоже кому-то пригодится. Ну, тот, кто уже знает эту фишку, конечно, информация, возможно, будет уже не в тему. Ну, вот для меня это прям праздник какой-то. Я теперь могу полноценно работать вот именно с восьмой моделью ZBrush. Так, рассказываю. Андрюха, спасибо. Так, нажимаем преференс. Вот такая вот фишка, да? Знать не знал бы. Заходим, значит, так. Заходим в интерфейс вот сюда, нажимаем UI вот эту. И вот здесь вот button size стоит 48. Ставим, допустим, ну, 30. Так, давайте 40 поставим. Или даже 41. Вот здесь он пишет, короче, что все настройки, изменения вот этого размера интерфейса вступят после следующей загрузки, короче, ZBrush. И, короче, мы это дело сейчас выключаем, перезагружаем и посмотрим, как это все будет выглядеть. Андрюха, бля, радости полные. Так, ну давайте. Жмем и выключаем программу. Так, и вот запускается программа, и вы видите, как все просто оказывается, а информации в интернете об этом никакой. Где же был Андрюха раньше, я так благодарен, я не знаю, говорю, теперь, ну это что-то, у меня просто нет слов. Тому, кому пригодится эта информация, Андрюхе прям... Привет, пишите под видео, под которым я оставлю ссылку. Так, все, всем пока, до свидания.